Итак, обед в нашем отеле. Сегодня у нас суп из цукини. Супы у нас все очень любят. Тут обычно дается два вида супа и макароновый суп. Затем идет самый различный хлеб и булочки. Выбирай на любой вкус. Очень интересные лепешки. Интересный черный хлеб. Я пришла специально пораньше, чтобы не было слишком шумно. Через 10 минут у нас обед. Это пирожные. Очень вкусные пирожные. Вот. Мой ребенок любит по типу желе. Еще вкусное вот это пирожное. У него легкий такой крем сверху. Вот именно такой легкой текстуры, не жирный. Вот. И еще вот это желе очень вкусное. И вот это шоколадное пирожное очень любит мой ребенок. Но вообще они все очень вкусные. И они каждый день немножечко меняются. Потом фрукты. Это апельсины, дыни, огромные сочные финики, яблоки. Яблоки очень вкусные. Опять финики, апельсины. Апельсины тоже очень сладкие, не такие, как у нас продаются в Магните. Так, здесь идут различные соусы. Соусы все вкусные. Мой ребенок больше всего любит кетчуп, как всегда. А мне нравится соус, в который добавлены какие-нибудь приправы и травы. Огурцы, капуста, помидоры, маринованные овощи, перец, оливки. Я очень люблю оливки. Так, салат с сыром и с колбасой. Салат вот очень интересный. Тут и дыня, и апельсин, и крупа какая-то. То есть какой-то необычный египетский салат. Снова соус. Вот это вкусный соус, но он майонезный. Салат из фиолетовой капусты. Это салат с картофелем, салат с горошком и с сыром. Снова оливки огромные, как наша алыча. Лимоны, фиолетовая капуста, белая капуста, перец, морковь. Здесь различные соусы и приправы. Самые разнообразные. Так, а здесь у нас будет рыбка. Рыбка в маринаде. Так, это здесь маринад, а здесь жареная рыбка. Очень вкусно. Это у нас тушеные овощи для правильного питания. Честно скажу, я их почти не ем. Я ем все неправильное. Вот здесь тушеное мясо, скорее всего, говядина. Очень вкусно, очень мягкое. И мясо у них, и рыба никогда не заканчивается. Вот что приятно для русского человека. Это у нас рис. Обычный рис, но его поливаешь соусами или подливками. Так, а здесь у нас обычная посуда белая. Это у нас овощи тушеные в томатном соусе с зеленой фасолью. Тут курица тоже под каким-то соусом. Курица тоже никогда не заканчивается. И тут обычно самые лучшие кусочки, то есть ножки. Никаких спинок здесь не встретишь. А это картофель по типу по-деревенски. Довольно вкусный, крупный, сладкий египетский картофель. Вот это сам наш ресторан. Ресторан очень большой, потому что сам отель большой. Сафага Шамс 4 звезды. И в конце, там в конце, вот в той стороне, где мы видим наших поваров, там есть напитки. Можно брать кола, фанта, спрайт. Также другие напитки покрепче, но мы их не пьем. А также есть напитки из автоматов. Как ни странно, они мне очень нравятся. Но я стараюсь чаще всего пить колу лайт, хотя после пирожных это бесполезно. Вот так вверху выглядит ресторан. В общем, все здесь довольно вкусно и прилично. До свидания, удачи всем. Задавайте свои вопросы, смотрите мой плейлист «Египет 2021» за 22 тысячи рублей или за 300 долларов на 13 ночей. До свидания, удачи всем и желаю вам всем прекрасно провести свой отпуск.